СМИ обсуждают слова немецкого канцлера. Он поделился инсайдом о приватных переговорах с Путиным. И якобы тем было сказано, что Беларусь и Украина не должны быть независимыми. Что это было? Это часть информационной войны, попытка вбить клин между союзниками или что-то другое? Какова ваша реакция? Моя? Поверьте, моя реакция, вы ее должны запомнить. Это пацан. Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет политики. Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер. А разговоры можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его сказать, ну вот я хочу и так далее. Или вот помните, Макрон перед журналистами пиарился, что он там типа сказал Путину и так далее. Это пацанье, понимаете, мелкота. Так нельзя, так не бывает. Это самое главное. По поводу того, что сказал Путин, я на это не обращаю внимания, потому что таких фейков я уже наслышан. Я это не слышал. Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорил Шольц и Путин, а главное то, что я вам говорю. Суверенитет, независимость нашего государства – это вещи незыблемые. Все. Если касается вопроса нашей независимости, я с этими людьми даже не разговариваю. Какое бы они государство не представляли. Так было с американцами, с французами еще начиная, Ширака, и будет всегда. Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все. Вот моя оценка этого.